час наступив, мне домой пора. Но повстречал я далеко нашего двора. Мне добряк накупил бакет и сетра и говорит, что у меня хорошая сестра. Зачем объяснять стану я, что эта сестра не моя? Вот опять спрашивает он, в какой квартире мы живем и есть ли телефон. Если у нас телефон, только круглый год, звони в квартиру день и ночь, сестра, не подойдет. Зачем объяснять стану я, что эта сестра не моя? От души добряку я помочь бы рад, но мама каждый день сестру водит в детский сад. И вздохну, говорю, мне, конечно, жаль, но только дома вы сестру застанете едва ли. Я сказал бы ему, что ошибся он, но обещал добряк меня сводить на стадион. Обещал, что в кино мы пойдем с утра, и говорю я добряку, хорошая сестра.